Где вы обычно покупаете одежду? Конечно, не в моем же шкафу! Я хочу посоветовать вам очень крутой магазин, где очень низкие цены и проверенное качество, с реальными отзывами. Only Yours Shop. Реально всем советую. Вот тут-то, вот... Ребята, еще раз хочу напомнить, что у меня 23-го будет встреча в Москве, а 25-го в Петербурге и еще куча других разных городов по России. Это уже будет в ноябре. И хочу сказать, чтобы вы покупали билеты, потому что сейчас цена очень сильно снизилась. Изначально цена была очень высокой, и цены я не ставлю вообще. Но сейчас мне удалось уговорить организаторов, и мы сделали небольшое количество билетов по 300 рублей. То есть такой возможности больше не будет. Я буду очень рад вас видеть, так что бегом свайпайте, переходите по ссылке в моем профиле, покупайте билетик, и мы с вами обязательно увидимся. И будет у нас настроение. Какое у нас настроение? Нет, не тутти-фрутти. Я безумно нервничаю и надеюсь на вашу поддержку, тем более первый город сразу Москва, и просто это обосраться, так что мне нужна ваша поддержка, без нее никуда. Ой, ёбнулось что-то. Ребят, кто еще не знает, Ильи Белова стартует свой тур, я буду в Санкт-Петербурге и Москве, продажу вышло 50... Данил заставляет меня работать за еду, блядь, заставляет меня делать такие вещи, которые я не занимаюсь, ёбаный билеты рот. По ссылке, по свайпу вверх тяните. Ты чувствуешь, когда проститутки не вышли на работу? Я вампирша! Я ведьма потомственная, вампиры! Ребятки, совсем скоро начинается тур Ильи Белова по России. Билеты на него сейчас стоят всего по 300 рублей, а не в ограниченном количестве, так что свайпай вверх, чтобы их купить скорее. Свайпай. Это ребята, иду, и тут проститутки на работу вышли, все-таки, представь. Пизда в говне, ебаный рот, продавщицы, идите сюда. Ёбните, тут проститутки вышли на работу. Ёб, такая засосет. Ребят, хочу дополнить, что тур был 16+, а теперь он 6+, так что смело приходите, буду ждать и постараюсь поменьше материться, потому что 16+, был именно из ограничений в матах. Но теперь получимся как-то без матов, да, пиздец? Пиздец, на улице солнце светит, ебанешься, просто ебнешься. Поэтому хорошо, что у меня всегда с собой есть настроение хорошее, которое можно положить с собой в карман. Блять, не перевернулась. Здравствуйте, у вас какое настроение? Ты меня нигде не найдешь, не проведешь. Я вампирша. Я ведьма потомственная, вампиры. Я тебя найду и ёбну сама, блять. Ты мне того напала. Почему? У меня ж все так хуёво-то, блять. Да какое у вас настроение у нас вот такое хлебное. Бабушка Кранкозавра в жопе, выручалка. Че у тебя можно в волосах найти? Сейчас, а ну-ка, что у тебя там? Хлеб, ёбаный рот. Ребят, помните, проститутки вышли на работу? Так вот одна. Ёб твою мать, такое видео сняли. Завтра, надеюсь, выйдет. Ждете? Ваня помогал. А как тебя зовут? Леночка. Ну нормально, как? Леночка. Лена ебучая или полена? Леночка. А ее Лена зовут. Лена. Леночка. Видите, какая девочка? Леночка. Лен! Лен! Ален, как дела? Как настроение? Хорошее? Да, блядь, не лезь! Не будет у нас сегодня секса! Ничего! Не смотри на меня так! Ехидка.